на территории республики 7-8 участок, 142 километра, 67 искусственных устройств и мост на 3362 метра. Это огромная работа, 5000 человек, 1400 единиц техники. Но самое главное, Владимир Ильич, вчера лично сам за рулем проехал до Москвы. Слова благодарности, такой дороги я не видел. И, конечно, это другая страна, это вообще другое понимание. Все службы сервиса, вот 4 службы сервиса посетил, и покушать, и заправиться, и все. Все продумано. Система автоматическая, снятие денег тоже работает. Все, все на высшем уровне. Вам поклон, спасибо правительству Марат Шакирджановича, всем, кто, ну и строителям, вот строители здесь, я им поклонился и сказал, Бигзур Ахмад, большое спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо. Ну, я...